понял. Скорее всего, что, наверное, вот поэтому. Женщина незаконно находится на участке. Вот, смотрите, видите, я понял. Я действую чисто по... Я вам сейчас знаю. Не рекомендациям, а как бы ЦУ. Куда ты сейчас? Гражданин России. Который день голосования находится там, где вы прикрепили. Вас прикрепили к этому участку, да. Вы здесь сидите. Хорошо. Вы проголосовали уже? Да. Тогда вы должны покинуть участок. Мы сейчас разберемся с полицией, давай, и после этого покинем участок. Давай. То есть вот там вот находится ваше вот место, где вы видите свою работу, да? Да. Женщина идет. Товарищ председатель, у вас тут... Да вот у вас на участке находится незаконный объект. Он не за участком. У нас участок вот так. Нет, так не бывает. Вы же тоже на участке? Вы же не за участком? Проходите, проходите. Мы, соответственно, просим полицию удалить женщину с участка за такое безобразие. Абсолютно незаконно человек здесь находится. Какие-то... Говорит, что она отказывается разговаривать со всеми присутствующими членами территориальной избирательной комиссии, она член комиссии с правом решающего голоса. Вот. Говорит, что мы нервы сдергали, все, она не хочет с нами общаться. Такая ситуация. Сейчас, соответственно, полиция разберется. И что у нас нам по этому поводу? Ответ. У нас есть специальные документы оформленные, да. То есть нужно все-таки покинуть участок, да? Да. Ну, видите, закон есть закон, тут ничего не поделаешь. Все в интересах избирателей. Наша задача выбрать президента. Ну, социальные вопросы нужны, но извините, ну так уж есть. Так что удачи вам, но, к сожалению, в другом месте. Вот. Ну ладно, удачи вам в любом случае. А сейчас придется вам покинуть участок.